Также этот образ называют Симеоново Проречение. Это икона северорусского происхождения. По преданию, она выражает страдания Богородицы, причиняемые ей людскими грехами. Число 7 символизирует 7 смертных грехов, о которых говорит Священное Писание. Уже много лет икона мироточит. И так как единого научного объяснения этому факту нет, среди верующих это считается чудом. Потому прикоснуться к святыне сейчас устремляются многие верующие. Для нашего города первое такое огромное событие, поскольку такого масштаба святые чудотворные иконы вот приезжают редко. И именно вот эта икона, чем она интересна, тем, что она мироточит постоянно, непрестанно 14 лет. Хранитель этой иконы много рассказывал интересного. И в случае с бедствиями, которые обрушиваются на нашу страну, такими как крушение атомохода «Курск», «Беслан», «Норд-Ост», эта икона даже кровоточила. Чудотворная икона пробудет на курорте всего несколько суток. До конца дня прикоснуться к святыне можно будет в храме иконы Божьей Матери на улице Дагомысской, 45. А уже в субботу в 16 часов икону перевезут во Владимирский храм на улице Виноградной, 18.